Народ, всем привет! С вами канал Училка физкультуры в Эмиратах. Мы снова не в Эмиратах, мы в городе Киеве и продолжаем гулять с вами по этому городу. Сегодня постараемся показать просто сумасшедшие виды на центр, на Подол, на Арку Дружбы Народов. Она, кстати, вот она такая вот. Ну и пройдем по стеклянному мосту. Пойдем. Так что будет страшно, но вы же с нами, правильно? Лайк поставьте, подпишитесь и поехали смотреть. Пойдемте, приглашаем. Пошли. Смотрите, какая прикольная здесь есть жаба. Вот памятник жабе. На ней многие фоткаются. Мы подождали и засняли вам эту прекрасную лягушку. А сейчас мы будем идти вниз к Арке Дружбы Народов по этой прекрасной и крутой лесенке. Ох, кстати, да, лесенка так. Ну, нет, смотри, тут еще будьте скучнее. Осторожны, да, то есть тут можно так въехать. Ну, во-первых, сюда, если вы гуляете по городу, да, у вас экскурсии, все-таки берите не сандалики, а удобную обувь, чтобы она не скользила и вам не натерпла. Сейчас спустимся вам и покажем все. Ну вот спускаемся мы к Арке Дружбы Народов. Вот такая она, красивая, большая. И что еще больше меня радует, сзади вид шикарный есть. Это арочка. Оп, сейчас уменьшим. Красота, да? Так что идем вперед. И будем показывать вам шикарнейший вид на город Киев. Так, и знаете такое, ступеньки, пеньки, 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 пеньки. Нет, это уже хорошее. Даже говорит, что ступеньки уже хорошие, но... Собака уже вверх как бы, да. Уже вниз был. Собака уже потренировалась, молодец. А мы только начинаем. Вот что значит четыре лапы, да? На этих, наверное. Ну вот, мы спустились. Покажем вам. Это не арка, это арища. Здоровая такая. А небо красивое. Хорошо, что солнышко зашло. А пришли мы вот оттуда. С крутых ступенек. Да. Вот та вот жабка где-то есть. Угу. Да. Вечером арка красиво подсвечивается разными цветами. Сейчас еще ее отдалю. Еще раз ее посмотрим. Ну, здоровая, здоровая арка, конечно. Вот. Ну вот главное, что мы хотим вам показать сегодня, это стеклянный мост и вид на город Киев. Просто сумасшедшие виды. Так, идемте вперед. Будем смотреть. А небо, это небо. Уже не в одном видео я говорю, что какое-то в этом году в Киеве просто сумасшедшее небо. Просто я не знаю, я такого не замечала. Хотя мы отсутствовали в городе Киеве 2 года, мы не могли с Эмиратов улететь. Может быть, поэтому мы, коренные киевлянки, наконец-то заметили красоты Киева. Ну, идемте. Здесь есть лавочки, можно также посидеть. Аккуратно ступеньки, пеньки, пеньки. Ну и сейчас покажем или, опять, обзервем. Что за обзервем? Обзервем. Ну, как это? Обзервейшн. В общем, идем обзерветь Киев, народ. Не хейтите, это я шучу так. Ставьте лайки. Ох, это смешно, небо вообще какое-то. А мы в прошлом видео искали, откуда виды показать. Вот, нашли. А вот ты меня не слушала. Видишь, я была не права тем, что... Снимите, снимите. Давай, меня, снимаю, пожалуйста. Опа. Ой, все. Вот это да. Парень, привет. Мальчик на колесе чуть не поехал на мост сразу. Да. Давай, вот рассказывай. Да. Ух ты. По тому мосту, да, мы гуляли пешком на самую верхнюю часть. Мы забирались на мост и проходили его. За нами гонялась милиция, я помню, было весело. Но мы сбежали в гидропарке. Ты... Ну, вообще-то, что ты скажешь, что это какой мост? Пешеходный, да, мост. Да, это пешеходный мост, но имеется в виду, что вообще он создан, чтобы люди ходили по нему, а не лазили вверх. Но мы знали, как пролезть, мы залезли на самый верх и там пошли. Ну, было немножко страшно, мы спустились, я его 2 раза проходила, но один раз у нас уже свистела милиция, мы спустились вниз, успели спихнуть и побежали там. Была глубокая ночь, только глубокая, 10 вечера где-то было. А в чем прикол? И
было весело скататься. Ну, как прикол. Ну, ты молодой, тебе надо какую-то фигню пострадать. А, понятно. Ну, еще прикольно, что милиция гонялась тоже. Было весело. Не, я помню, была возможность как-то, ну, действительно, она там открыта. Это уже сейчас, слава богу, наверное, не, сейчас закрывали. Сейчас уже глубоко закрыли, потому что все-таки люди и падали оттуда, и, наверное, и там, по-моему, было такое, что кончали жизнь самоубийством, никому это не надо. Но, на самом деле, пройти по этому мосту вверх, и вот на самом высоком месте очень страшно. Это как горки. Зачем мы катались на горках там в Испании, где-то еще в Гонконге? Адреналин. Адреналин, да, это был адреналин. А смотри, набережную, как внизу сделали, ага, хорошо, пешеходную. Как тут увеличить? Приблизить. Нет. Не-не-не, возвращайся. Так, набережную сейчас увеличиваем вам. Вот как ее сделали. Ну вот чуть-чуть видно, но видно, что хороший положили. Такой не асфальт, и что это? Плиточки, да? Плитки. Да. Плитки хорошо положили. И Наташа рассказывала про мосты еще, мы не сильно разбираемся, мы же киевляне. Нет, это точно, это Подольский мост, вот это вот переезд один. Переезд. Ой, не вот, надо пальчик камерам тыкать, я не думаю, что это будет классно выглядеть. И вон большой, вот это и есть Подольский мост, который строят, никак не построят. И он пойдет вон туда, он в Русановские сады. Он даже виден. А за ним, вон, видишь, который канатами, это Московский мост. Угу. И он идет на Воскресенье. Такая красота. А это Оболонь. Это уже Оболонь, вот это все. Ага. Так, сейчас отдалим вообще просто. Ой, как хорошо, это. Ветерочек. Это просто красивое. Слушай, это необычное небо такое, которое достойно кисти художника, я бы сказала. Я хочу сказать, там что-то на Трухановом острове вообще красота какая-то. Раньше да? было страшно ходить. Сейчас увеличим. Там пляж, смотри, какой шикарный. Ну как шикарно, нормально. Ну классно, классно. Значит, людей мало, кстати. Но сегодня такой дождь был с утра. Просто напугался ведь. Возможно, всем да. На самом деле очень жарко. Да, вот на эту высоту я взбиралась. Ну, так это если взял велосипед, так пойдет, да, поехать можно покататься. Там же видишь велосипедные дорожки. Ага, помогут, да, сделали, все, да, все для людей сделали. Классно. Сейчас переведу, а ну смотри. Класс. Я ничего не вижу. У меня солнце вместе с очками. Я что-то вижу. Класс. Ну а сейчас куда мы пойдем? На... Пойдем на Подол посмотрим. Да, и на стеклянный, стеклянный мост идем. Идем с нами. Так, здесь плиточка нормальная. Слушай, можно идти. Красиво открыли. Да, давайте посмотрим на Подол. О, красиво Подол. Я... Смотрите, какой красивый Подол у нас. Ты посмотри, речной, возле речного вокзала площадь классная. Ага, сделали, как хорошо все. Вот Владимир стоит. Тоже красота. Кто любитель, может посмотреть в такой перископчик, но я не знаю там, сколько стоит. 20 гривен, да? Да, 20 гривен. Ну, чуть-чуть меньше доллара. Я не знаю, как бы что рассматривать. Здесь и так все красиво, можно полюбоваться, и вроде как все видно. Мобильные телефоны, что приблизит, наверное, сейчас есть у каждого человека. И кораблики, если кто по Днепру хочет покататься. Да, есть, есть кораблики, есть экскурсии. Как раз там базируются, возле речного вокзала. Ну, в общем, все просто мега красиво. И виды тоже классные. Ну что, пройдемся на мост? Да, обязательно. А мост уже вот. Начинаем давай, просто уже идти. Отдохни. Что ты там делаешь? А, в телефоне проиграла смс. А-а-а. Смотрела. Вот уже этот стеклянный мостик. На самом деле, это он не стеклянный, там стекло чуть-чуть есть. А где мы с Наташей попадали, вот стеклянный на... арке, на Золотой арке в Эмиратах. Было прикольно и страшно идти, но самое было страшное, когда у нас был стеклянный пол в кабинках. Мы ехали в Гонконге на какую-то гору. Я не помню уже на какую. Вот там действительно, там просто высота и да, стеклянные да, да, где кабинки. Очень холодно и там было, было да? дико холодно. А помнишь, там еще, когда мы ехали, вот, если вверх на, едешь, то с правой стороны идет туннель, ой, то есть дорога, идет, идет дорога, и потом она идет прямо в море. И потом да, такое да, впечатление, да. что машины утопают в море, оказывается, там туннель.
Именно в море. Это такое, конечно. Вернемся. Ой, в Гонконг это вообще-то совершенно другой мир. Это просто было мега. Ты сидишь, ноги поджимаешь в этих кабинках, и там просто леса вот такие, и лететь там как с самолета. И думаешь, господи, дай бог доехать. И холодно, да? И дико было холодно. Мы сидели даже на чем-то, на рюкзаках. Не знаю, как с нами сидели люди в кабинке, по-моему, пара итальянцев. Холодно, холодно. О, давай расскажем. Краткое описание. Да, пешеходно-велосипедный мост. Переведите. Пешеходно-велосипедный мост. В 2019 году, да. Открыли в 2019 году. Вот. 12 метров. 212, ширина 6-14. Но ширина иногда маловато. Мы в прошлом году еще, 2 года назад, когда были, мы удивлялись, что не очень комфортно, особенно когда едет на великах и на скутерах. Да, вот тут вот для велосипедов, а с двух сторон люди. И... Кто-то едет на велике, а мы идем здесь, но не очень. Неудобно, некомфортно. Ну, виды, конечно, вообще шикарные. Сейчас посмотрим. И оценим. А вдруг не шикарные? А вдруг ты обманываешь? Ну вот, да, скажи, неудобно. Вот, чтобы людей обойти, мы обходим по велодорожке. Ой, ветер такой. Здесь камера не сильно отдает, но... Ой, давай это. Просто вот иди и показывай. Памятник Магдебургскому праву. Кто знает, что такое Магдебургское право? Расскажи. Ой, не скажу. Магдебургское право – это право на самоуправление городом. И Киев его получил, это право. Кстати, не у всех городов было это право. А вот. Внимание, всего лишь там. Да, вот и стеклянный мост. Ну давайте. А, ничего не видно. А в чем? О, вот этот кусочек остался. О, прикольно, только куда мы смотрим. Лесенка. Так эта лесенка как раз и ведет к вот к этому памятнику Магдебургского права. Видно или не видно? Страшновато? Ну, страшно. На самом деле он ничего не показывает. Страшно? Никогда. Что-то страшно. Тем более, я прошу прощения, что это озвучу. В Украине страшно. Чего? Ну вот и что это? В Украине, да. А что с ним случилось? Это они стекло такое поставили? Какое-то стекло есть здесь. А зачем это было? Прозрачно только в одном месте. Может, не вытерли? Ну, хоть, вот смотри, скамеечки есть. Посидеть можно. Вот, как тоже все видно. Видно, все заменили, знаешь? Вообще ничего. Тут и не страшно, кстати. Ничего. Ой, какой ветерок. Одно прозрачное это было. Да, слушай, одно прозрачное стекло. Удивили. Это оно испортилось так, интересно. Или это... Что его тереть надо? Нет, тереть как? Ой, я обожглась. Это металл, и я обожглась. Нужно достать скалолазы, чтобы он подлез и прочистил там, потому что это я не знаю, что будет. Здесь достать вообще через металл. А там, когда вот эти обрывал, ну, в Гонконге там вообще было еще лететь. Там, видимо, скалолазы чистят. А вот, кстати, посмотри, еще тогда арка Дружбы народов тоже очень хорошо. Очень красиво, да. Ну, а здесь уже прямо Крещатик пошел. Ну вот, а вот рекомендуем такой доступ, скорее всего, теперь только из-за вида, потому что одно стекло, на котором все... А ходят, ты знаешь, это, ну, искренне говоря, он меня и не привлекал вот этим вниз. Ну, но... знаешь, я сейчас встала и мне стало страшно. Ну, а смысл? Там ничего особо не видно. Поймала. А, да? Да, да. Но зато очень красиво реально на подул вид. Знаешь, высоты не очень боится, а я да. Ну, как не боюсь? И дорога идет с Подола на Крещатик, вот поднимается по брусчаточке машинки. Надеюсь, пробочки, видно. Да, пробки. Ну, сегодня же рабочий день, поэтому... Если честно, я даже не вижу, что я снимаю. Такое солнце. Ну вот снова мы вышли, посмотрели. Да, я, иди, да. Иди вперед. И я вышла и потерялась на велодорожке. Да, это хорошо, что сейчас не едут и не ровают. Не обижаются велосипедисты. Ну, скажем так. Ой, извиняюсь. Вид очень красивый. И вот просто прогулочка мега классная по мосту. Смотрите, как классно, как мало людей. Но что единственное, как сейчас солнышко пригрело. Мы уже перегрелись. Дико жарко, да. Мы сейчас пойдем. Мы уже перегрелись. Пойдем мы куда? Ну, сейчас еще пойдем. Это видео мы, конечно, заканчиваем, потому что у нас еще много вариантов, чтобы пройти Киев. Вы нам ставьте лайки.
Подписывайтесь, комментируйте. А мы пошли дальше искать вам интересные достопримечательности и секреты города Киева. Всем пока!